Ну что, давайте попутешествуем немножко по Будапешту. Хорошее место. Сейчас начнем. Вообще я люблю Будапешт. Хороший город, красивый. Очень хороший. Нравится мне. Привет. Очередное путешествие по Венгрии. Вот есть в Венгрии место очень красивое, хочу вам показать. Ну, с очень таким интересным названием. Называется замок Вайдахунят. Ну, так звучит в переводе, вот что есть, то есть. Это замок в Будапештском парке Варошлигет. Замок, по большому счету, в общем-то, это, ну, можно даже назвать новоделом, потому что он возводился в 1896-1908 году по проекту архитектора Игнаса Альпара. До этого, в 1896 году, в ходе подготовки к празднованию тысячелетия обретения венграми родины, в парке Варошлигет по проекту известного архитектора Игнаса Альпара был построен исторический павильон. Но, в общем, это был павильон, сделанный из дерева, фанеры и папье-маше. Ну, когда торжества закончились, посвященные тысячелетию обретения венграми родины. Вот. Павильон был разобран, но этот павильон настолько полюбился венграм, что они приняли решение, ну, наверное, не, конечно, не венгры, а где-то в правительстве там. Так вот, они приняли решение возвести на этом месте замок в камне. Вот, начали строительство, и завершился строительство в 1908 году. Здесь готика, барокко, ренессанс, такой, в общем, немножко романского, наверное, стиля. Все сделано очень красиво. Добираться очень просто. На метро надо доехать до остановки Площадь Героев, а там немножко пройти и, в общем, в сам парк, который окружает замок, вход бесплатный. Но на территории этого парка, где стоит замок, он действительно очень красивый и интересный. А вот вход в сам замок, он платный. Ну, в общем, там, по-моему, плата очень небольшая. В замке находится несколько выставок. Вот, и тоже посмотреть, что внутри, какие интерьеры, очень даже интересно. Вот я вам предлагаю посмотреть внутренний двор замка. Действительно, здесь очень красиво. Просто очень красиво. А еще был хороший день, такой солнечный, поэтому повезло мне с погодой. Просто прогуляться, посмотреть на то, что сделали строители. Здоровский, конечно, замок. Красиво смотрится, очень интересно, ну, красиво. Во дворе находится статуя Анонима. Очень интересная скульптура. Эта скульптура
неизвестно автора хроники «Деяния венгров». «Деяния венгров» — это историческое сочинение на латыни, которое содержит информацию о ранней истории венгров. Автор сочинения, к сожалению, неизвестен. Ну, в тексте он себя называет как «Нотарий короля Беллы». А в общем-то просто его называют аноним. Он, говорят, обучался в Сорбоне на момент написания хроники, служил нотарием-писцом в курии венгерской короля Беллы. Вот, а эта вся история хроники была написана между 1196 и 1203 годами. Деяния венгров сохранились в рукописи приблизительно 1200 года. Она была опубликована впервые в 1746 году. Вот такой памятник. Ну вот, я показал вам, как мог, территорию замка Вайдахуниет. Хорошее очень место, всегда очень много туристов, всегда много будапештцев, венгров, потому что хорошее место, хорошее, много детей. Будете в Будапеште, обязательно загляните сюда. Я думаю, что вам понравится. Ну все, пока.